зовут? Виолет. Ой, открывайте, конечно. Вас как зовут? А? Я говорю, здравствуйте. Да, здравствуйте, можно здравствуйте. Я дверь открою. Да, конечно. Как зовут-то? Да ничего, пока земля тебе. Нормально, да? Пока. Нет. Ну что, много выпили? Я вообще не отказываюсь. Не, ну я в смысле то, что не отказываюсь. Вообще, я не отказываюсь, но я выпил. Ну, выпили сколько? Не знаю. Много или мало? Я говорю, я выпил, но не знаю, сколько, а я выпил. По факту ДТП, что можете пояснить? Откуда ехали, скорость какая была? Со стороны аэропорта в сторону города ехали. Скорость 40-50 км в час. Получается? По второй полосе двигался. По первой полосе двигался Toyota Crown. Начал вилять по дороге, я ушел на третью полосу, крайнюю правую. Ну, опередил его, я на третью полосу ушел. И он меня догнал с левой стороны, зажал, ударил бочину, потом не справился с управлением по дороге и в отбойник ехал.